Отдельным категориям граждан будут положены льготы при оплате за тепловую энергию из перечня жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие поправки Госдума приняла в третьем чтении законопроекта, сообщает «Российская газета». Это касается граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветеранов и инвалидов. Согласно поправкам, при расчете компенсации расходы на оплату за тепловую энергию включены в расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 27 копеек, евро 67 рублей 36 копеек.